торжественную церемонию вступления в должность избранного высшего должностного лица Тульской области, губернатора Тульской области. Государственный флаг Российской Федерации и флаг Тульской области внести. Алексей Геннадьевич Дюмин. Председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Юрьевич Костенко. Уважаемый Алексей Геннадьевич, уважаемые гости, 18 сентября 2016 года в Тульской области состоялись выборы губернатора. В соответствии с законом о регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами губернатора Тульской области, и на основании протокола от 19 сентября 2016 года о результатах выборов губернатора, избирательная комиссия Тульской области постановила: первое, признать выборы губернатора Тульской области состоявшимися и действительными; второе, голосами 461 411 избирателей, что составляет 84,17% от числа проголосовавших, губернатором Тульской области избран Алексей Геннадьевич Дюмин. Председатель Тульской областной думы Сергей Алексеевич Харитонов. Уважаемый Алексей Геннадьевич, уважаемые гости, церемонии вступления в должность губернатора Тульской области. 18 сентября 2016 года в Тульской области впервые за 15 лет прямым голосованием был избран губернатор Тульской области. В соответствии со статьей 31 Устава Тульской области Основного закона губернатор Тульской области вступает в должность после принесения присяги. Во время церемонии вступления в должность, на время исполнения полномочий высшим должностным лицом
Губернатор Тульской области получает знак губернатора и текст устава Тульской области, исполненный в единственном экземпляре. Уважаемый Алексей Геннадьевич, предлагаю приступить к принесению присяги. Я, Дюмин Алексей Геннадьевич, вступая в должность губернатора Тульской области, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, устав Тульской области, законы Тульской области, уважать и охранять права человека и гражданина, верно служить народу. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и уставом, основным законом Тульской области, Алексей Геннадьевич Дюмин официально вступил в должность губернатора Тульской области. Уважаемые жители Тульской области, уважаемые дорогие гости, уважаемые друзья, вступая в должность губернатора, осознаю всю ответственность за дальнейшее развитие Тульской области, за благополучие всех, кто здесь живет, трудится, растит детей, кто связывает свою судьбу со своей малой родиной. Такой ответственностью меня наделили люди. И мой долг – ставить их интересы превыше всего, работать с полной самоотдачей, использовать все силы и возможности для того, чтобы Тульская земля, ее богатой историей, самобытной культурой, с ее мощным экономическим, промышленным потенциалом действительно процветала. Чтобы ее талантливые и трудолюбивые жители имели достойную жизнь, могли реализовывать себя, и гордиться. Гордиться своей малой родиной, гордиться страной. Эти цели мы поставили вместе. Собрали все самые важные, чувствительные для людей проблемы, определили конкретные пути их решения и сформировали реалистичную и объективную программу действий. Расцениваю результаты прошедших выборов, прежде всего, как решение жителей нашего региона доверить мне выполнение данной программы, а также как их готовность активно участвовать в ее реализации, претворять в жизнь все, что мы вместе сообща наметили. Подчеркну, что многие инициативы стали возможны в том числе благодаря хорошим заделам, созданным в предыдущие годы. И ряд конструктивных, полезных для области проектов обязательно получат развитие. Преемственность, традиции занимают особое место в судьбе Тульской области. И не случайно, в числе первых решений, которые удалось реализовать, проекты, исторически связанные с судьбой нашей Родины.
это и возрождение Тульского Суворовского училища, и присвоение заслуживаемого звания Героя России командиру тульских ополченцев Горшкову Анатолию Петровичу, старшая дочь которого Людмила Анатольевна находится в нашем зале. В целом же, планы, которые уже мы построили, также призваны связать прошлое и будущее, дать новые горизонты нашей легендарной оборонной промышленности, которая здесь успешно развивается более 4 веков. Использовать лучшие и самые современные возможности для продвижения наших проставленных брендов и уникальных достопримечательностей. Словом, что нужно делать и как нужно делать, есть понимание, силы и ресурсы. И самое главное – желание людей. Сегодня, принимая высокие и ответственные обязанности по руководству Тульской области, хочу еще раз поблагодарить жителей, которые 18 сентября пришли на выборы. Не только тех, кто голосовал за меня, а всех избирателей. Они дали возможность понять, что каждый из них ждет от власти, какие идеи востребованы обществом. И это принципиально важно. У власти на самом деле один приоритет – благополучие наших людей. А обеспечить его можно лишь через обратную связь, постоянный диалог, учет мнения общества. И работать надо, опираясь прежде всего на людей, на свои местные силы, таланты и возможности. Тем более народ Тульской области исключительный. Здесь могут и любят трудиться. И защищать, что создано, тоже умеют. Я твердо это знаю, и я уверен в каждом тулике. Такую отзывчивость и такую любовь к своей земле редко где встретишь. И моя задача, задача моей команды, сделать все, чтобы у жителей области, у нашей молодежи была возможность раскрыть свои самые лучшие качества. Создавать большие и крепкие семьи, посвятить себе интересной работе, чувствовать себя востребованными на своей малой родине. Тульская область всегда была для России знаковой. Она столетиями играла в ее судьбе особую роль. И я уверен, так будет всегда. Спасибо. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Дмитриевич Беглов. Дорогие друзья, уважаемый Алексей Геннадьевич, поздравляю вас с убедительной победой на выборах и вступлением в официальную должность губернатора Тульской области. Вы знаете, за последние полгода, которые Алексей Геннадьевич руководит областью, жителям Тульской области удалось убедиться в нем не только как в управленце хорошем, не только как в честном человеке, но и человеком, который умеет достигать своих целей и поставленных задач перед ним президентом. Алексей Геннадьевич, знаете, ваша весомая убедительная победа, а 84% – это весомая победа, это не только заслуга ваша перед жителями Тульской области, но это прежде всего крепкая поддержка инициатив президентов нашей страны. Я хотел бы поблагодарить жителей Тульской области, что они проголосовали за инициативы нашего президента, что они поддержали нашу страну и Тульскую область. Я хотел бы отметить, что выборы по всей стране, а в частности в Тульской области, прошли открыто, прошли честно. И я поздравляю туликов, что они все пришли на избирательные участки и проголосовали за будущее нашей страны и за будущее Тульской области. Алексей Геннадьевич, я уверен, что ваш опыт, ваш талант, ваше стремление, ваша честность создадут все условия для развития Тульской области и для выполнения поручений и инициатив президента.
хотел бы вам пожелать успехов, удачи, а всем туликам благополучия и процветания Тульской области. Поздравляю вас! Государственный флаг Российской Федерации и флаг Тульской области вынести. Звучит гимн Тульской области. Торжественная церемония вступления в должность высшего должностного лица Тульской области, губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина завершена.